региональных исполнительных комитетов, руководителей фракций, законодательных собраний. Поэтому вот этим большим коллективом, который сегодня приехал в республику, мы действительно подведем итоги. Я считаю, что у нас есть основания быть довольными теми результатами, которые показала партия, получив серьезную поддержку наших избирателей. Спасибо, Михайлович, за такую высокую оценку. Но я хотел бы сделать, наверное, очень важный комментарий. Более того, акцентирует этот комментарий в преддверии буквально разгадки выборной кампании. Дмитрий Викторович здесь был. Вы очень хорошее слово применили, ожидания. Так вот, эти ведь ожидания были не беспочвенные. Вся социология, мы не скрывали ее тогда и не скрываем сегодня, вся социология предвыборной кампании предполагала, что у партии есть серьезная поддержка. Она разнится. Социология, причем, была сделана как независимыми институтами социологическими, так и нашими региональными социологическими структурами. Она не очень уж сильно разнится от ожиданий. Да, действительно, мы усилились в работе, особенно в преддверии выборов, буквально за последние 2-3 недели, может быть, активизировались. За основу мы взяли, и я, и Анатолий Васильевич, и наши коллеги, кандидаты в депутаты, тогда кандидаты, прямое общение с людьми. И вот именно вот эти сложные, деликатные вопросы, о которых вы упомянули, в республике еще один очень немаловажный момент, это законопроект об изучении национальных языков. И вот мы буквально я не хочу сказать от двери к двери, но, поверьте, на сходах, на встречах с избирателями пытались, и, как оказалось, это наша попытка увенчалась успехом, объяснять людям реально происходящее в стране, в том числе вот по таким знаковым для страны вопросам.